Бродвей готовится к премьере уникального мюзикла. Еще ни разу на известных сценах не ставили шпионскую историю, причем основанную на реальных событиях. С подачи израильтян в Нью-Йорке решили перепеть жизнь и смерть легендарного разведчика Моссада Эли Коэна. Елена Мещерякова встретилась с авторами и исполнителями в мюзикле под названием «Дамасская площадь». Задворки Бродвея неказисты внешне, но судьбы больших постановок вершатся именно здесь, в подвальном клубе нью-йоркских продюсеров всемирно известных шоу. Авторы первого израильского мюзикла выбрали точно и место, и время. Сирия, Израиль, Ближний Восток – вечно горящие темы новостей теперь разжигают воображение продюсеров. Шпионский мюзикл обещает взорвать театральный Нью-Йорк. '62 год. Бат-Ям. Утро в постели с женой. Одно из последних. Через 3 года израильский разведчик Эли Коэн будет повешен на центральной площади Дамаска. Пока, по легенде, он сирийский аристократ Камал Амин Тават, ближайший друг самого президента и практически его преемник. 3 года за 3 часа. Прогон на пюпитрах. Он был легендарный разведчик. Думаю, самый известный на Ближнем Востоке, как Джеймс Бонд. Сирийская миссия майора Моссада триумфальная и провальная. Уже почти полвека не дает покоя израильтянам. Тело человека, чьи разведданные предопределили исход 6-дневной войны, до сих пор прячут в бетонном бункере военного полигона Сирии на глубине 30 метров. Израильский спецназ пытался выкрасть. Не удалось. Но поют совсем не об этом. Это несколько сложно сделать так, чтобы получился международный рассказ, понятный зрителю в любой точке мира и заставляющий переживать до слез. Вместе с героем делать выбор между предательством своего друга и своей родины. Мы пытаемся рассказать человеческую историю. От шпионской саги в нотах и арафатках до коммерческого шоу с декорациями в костюмах еще лет 5. Это средний срок становления мюзикла на Бродвее. Но вряд ли к этому времени остросюжетный боевик с ближневосточными мотивами потеряет свою актуальность. Это очень увлекательная, непридуманная история. Она и правда поинтереснее многих детективов и психологических драм. В ней заложен конфликт, в ней есть сила. И я думаю, все шансы стать новым проектом Бродвея. Слово местного продюсера с 2 статуэтками Тони в творческом багаже израильтяне не принимают на веру. «Никогда не знаешь, кому доверять», – гласит подзаголовок к непоставленной пьесе для Бродвейского театра. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, Анна Сатиани, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.